наши Господу помолимся. Господи, помилуй. В мире всего мира, благостояние Святой Божией Церкви и соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, в памяти мы с верой, благоговением и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся. Господи, помилуй. Православном епископ Всероссийской Церкви, Господи нашим Высокопреосвященнейшим, митрополите Ларионича, с ним пресвитель всего Христе, диакон всего, всем притче людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. Многострадали в стране наши российские правители и православных людей в Отечестве, в России несущие, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, в стране и верой живущих них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благотворение воздухов и изобилие плодов земных временах мирных. Господу помолимся. Господи, помилуй. Поплавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных. И о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. О предстоящих людях, ожидающих благодати Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О преклоняющих сердца свои пред Господем и колено, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже укрепитесь нам в совершении благоугодне, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже не спаслайся богатым милостям Его на нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже приятие колено преклонение наше, яко фимиам пред Ним, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, требующих от Него помощи, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавиться от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе, друг друга весь живот наш, Христу Богу предади. Господи, тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Глас четвертый, Господи, воззвал к Тебе, услыши мя. Господи, воззвал к Тебе, услыши мя. Услыши мя, Господи. Господи, воззвал к Тебе, услыши мя. Вами глас умоления моего, вида воззвать мя к Тебе. Услыши мя, Господи. Да исправится молитва моя, я уходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя, услыши меня, Господи. И свидетельствуй мне ци душу мою исповедатися имени Твоему. Преславные дни, свидеши все языцы во граде Давидове, егда дух сниди святые во огненных языцах. Як уже Бог и глаголивый Лука повествует, глаголит Бог, собранным учеником Христовым, вышу, як уже носи ему дыхание горну, и исполни дом, и держи бяху сидящее, и все на чаше глаголоте странными глаголы, странными учения, странными повелениями святые Троицы. Ежду праведницы дом, держи, воздаси мне. Дух святый, бе, уба присно есть и будет. Ниже начинаем, ниже пристояй, но присно Отцу и Сыну еще не начисляем. Живот и животворяй, свет и светоподатель, самый благий источник благостыни. Им же Отец познавается, и Сын прославляется, и о всех познавается, едино сила, едино считание, едино поклонение святые Троицы. Из глубины воззвав Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Дух святый, свет и живот, и живый источник умный. Дух премудрости, дух разума, благей, правый, умный, обладая, очищая прегрешения, Бог и боготворяй, слав...
огонь от огня происходя и глагола, идея разделяя дарование, им же пророцы и все божественные апостоли, смученики венчавшиеся, странное слышание, странное видение, помни разделяйся в подаяние дарование, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне глашисты. Непорочный, безначальный, невидимый, непостижимый, неисследимый, неизменный, непреодолимый, неизмеримый, беззлобный Господи, один имеющий бессмертие, обитающий во свете неприступным, сотворивший небо и землю и море и все созданное в них, подающим всем просимое прежде прочения,
Тебе молимся и Тебе призываем, Владыка человеколюбец, Отца Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа ради нас, людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и волпотившегося Духа Святаго, и Марии Преснодевы, и Пресланной Богородицы. Он сначала словами уча, а потом показывая делами, когда терпел спасительное страдание, дал нам, смиренным, грешным и достойным рабам Твоим, образец принесения молитвы с преклонением главы и колен о собственных грехах и о грехах неведения народа. Сам многомилостивый человеколюбец Иисус, слышь нас, в какой бы день мы ни призвали Тебя, особенно же в этот день, Пятидесятницы, который по вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небеса, когда Он сел одесную Тебя, Бога и Отца, и ниспослав на святых Своих учеников и апостолов Святаго Духа, который почил на каждом из них и исполнил все неистощимой благодати Его и стали говорить на иных языках о великих делах Твоих и пророчествах. Так и ныне услышь нас, молящихся, и вспомни нас, смиренных и осужденных, и освободи из плена души нашей, имея ходатайствующим за нас Твое собственное сострадание. Прими нас, припадающих к Тебе и взывающих. Мы согрешили. На Тебя мы оставлены от материнского лона, от чрева Матери. Ты Бог наш. Но так как прошли в суете дни наши, мы остались без Твоей помощи, лишены всякого оправдания. Однако дерзновенно, надеясь на милосердие Твое, взываем. Грехи юности нашей неведения не вспомни, и от тайных дел наших очисти нас. Не отвергни нас во время старости, при оскудении силы нашей, не оставь нас. Прежде чем возвратимся в землю, удостой нас обращения к Тебе, и обрати внимание на нас с благоволением и милостью, измерь беззаконие наше милосердием Твоим. Поставь бездну милосердия Твоего против множества согрешений наших. Посмотри со святой высоты Твоей на народ Твой, стоящий вокруг и ожидающий Тебя обильной милости. Посети нас в благости Твоей. Избавь нас от насилия дьявола, утверди жизнь нашу святыми и священными законами Твоими. Ангелу верному хранителю, верь народ Твой, всех нас собери в царство Твое. Дай прощение надеющимся на Тебя, отпусти им и нам согрешение, очисти нас действием Святаго Духа, разрушь козни врага против нас. Благословен Ты, Господи, Владыка Вседержитель, озаривший день светом солнечным и осветивший ночь сиянием огня, удостоивший нас пройти долготу дня и приблизиться к началу ночи. Услышь моления наши и всего народа Твоего, и прости всем нам вольные и невольные грехи, прими наши вечерние молитвы. Ниспошли множество милости Твоей и сострадания Твоего на наследие Твое. Защити нас, как стеною святыми ангелы Твоими, вооружи нас оружием правды Твоей. Огради нас истиной Твоей, сохрани нас силой Твоей. Избавь нас от всякого нападения и всякого коварства противника. Сделай же для нас настоящий вечер с наступающей ночью совершенным, святым, мирным, безгрешным, без соблазнов, без мечтаний, как и все дни жизни нашей, по молитвам Святой Богородицы и всех святых от века Тебе, благоугодивших. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, весь живот нас Христу Богу предадим. Господи, милуйте и спасательны. Господи Боже наш, Тебе славу воссылаем, Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вся душа и всего помышления нашей горце. Господи, помилуй. Отец наших, молимся, услышь и помилуй. Господи, помилуй. За милости Твоей молимся, услышь и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Церкви Господи наше высокопреосвященнейшем, митрополите Ларионе и все во Христе Богу.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И все молимся, уже избавите люди Твоя от всякие напасти, нас же утверди единомыслием, братолюбием и благочестием. Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святых создателей, святых храмов Божьих, как всех прежде почивших отцов и братьев, где лежащих и повсюду православные. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Посещение и прощение оставление грехов рабов Божьих, всех где предстоящих и молящихся, и всех заповедавших нам недостойно, молитесь о них. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Верующих во все темы, священном храме всем, нуждающихся, поющих, предстоящих, людях, ожидающих Тебя великой и богатой милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог вести Тебе славу, воссылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Паки, паки, преклонься колено, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе Боже наш, сообщивший людям мир Твой и дар Святаго Духа еще в земной своей жизни, и находясь с нами, всегда подавая это верным, в наследие неотъемлемое, но особенно явно в сей день, не спаславший эту благодать святым ученикам и апостолам, вооруживший огненными языками уста их, через них и мы, весь род человеческий, богопознание на собственном наречии своими ушами услышав и восприняв, озарились светом Духа от заблуждения, как и мы избавились, и через раздаяние и сверхъестественное действие ощутимых чувствами и огненных языков вере в Тебе научились и просветились их признанию Тебя Богом, со Отцем и Святым Духом во едином Божестве и силе и власти. Ты сияние Отца неизменное и непоколебимо начертание существа и природы Его. Источник мудрости и благодати открой и нам, грешным, уста, и научи нас, как следует, о чем нужно молиться. Ты ведь знаешь великое множество грехов наших, но Твое милосердие победит их неизмеримость. Ибо вот мы со страхом стоим пред Тобою, отповергнув пучину милости Твоей, отчаяния души наших, душ наших. Направ, как корчи, жизнь нашу, одним словом, все творение, неизреченную силою мудрости Твоей направляющей. Тихая пристань, носимый бурей, и укажи нам путь, по которому идти нам. Дух мудрости Твоей сообщи нашим помышлениям. Дух разума безрассудству моему даруй. Духом страха пред Тобою дела мои осени. Дух правой обнови во внутренности моей. И духом владычественным укрепи шаткость моего образа мыслей, чтобы духом Твоим, благим, полезным и направляемым, я удостоился каждый день исполнять заповеди Твои, всегда помнить Твое славное и обличительное для сделанного нами пришествия. И не попусти мне прельщаться гибнущими радостями мира сего, но укрепи нас к желанию наслаждения будущими сокровищами. Ты ведь сказал, Владыка, что чего бы ни попросил, кто во имя Твое беспрепятственно получит от Твоего совечного Бога и Отца. Поэтому я, грешный, в день пришествия Святаго Твоего Духа умоляю Твою благость. Чего бы я ни попросил, подай мне во спасение. Да, Господи, щедро благотворительный и благой податель всякого благодеяния, так как Ты преизобильно подаешь, чего мы просим. Ты сострадательный, милостивый, ставший причастным безгрешно плоти нашей и преклоняющим пред Тобою колено, склоняющийся любвеобильно и сделавшийся умилостивлением за грехи наши. Прояви же, Господи, милосердие Свое к народу Твоему, услышь нас с неба святаго Своего, освети нас силой спасительной десницы Своей, покрой нас под кровом крыл Своих, да не презришь дел рук Своих. Пред Тобой одним мы согрешаем, но и Тебе одному служим, не умеем кланяться Богу чужому,
не простирать руки наши, владыка, к Богу иному. Прости нам согрешения и приняв наши колено преклонения и моления, простри всем нам руку помощи, прими молитву всех, как приятное каждение, принимаемое пред Твоим преблагим царством. Господи, Господи, избавивши нас от всякой стрелы, летящей днем, избавь нас от всякой опасности во мраке блуждающей. Прими жертву вечернюю рук наших, возношение, удостой же нас и путь ночной непорочно пройти, не испытав зла, и избавь нас от всякого смущения и боязни, случающейся с нами дьявола. Даруй душам нашим сокрушение и мыслям нашим попечение по испытаниям на суде Твоем, страшным и праведным. Пригвози страхом пред Тобою плоть нашу, и умертви земные члены наши, чтобы мы и в сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое мечтание непристойное и пагубное вожделение, и подними нас в час молитвы, утвержденными в вере и преуспевающим в исполнении повелений Твоих. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Поверную славу, Владычицу нашу, Богородицу, Пречную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга и живот нас, Христу Богу предадим. Вели, Господи. Благоволением и благостью единородного Сына Твоего, с ним же благословенный и со пресвятым и благословенным Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Спокой Ты, Господи, вечности без грехов сохранитеся нам. Благословенный все, Господи, Боже, Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я поживу по маху на Тя. Благословенеси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенеси, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенеси, Святый, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя, победил руку Твоей не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Паки, преклонши колено Господу, помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Неиссякаемый, текущий, животворный, просветительный источник, совечная Отцу созидательная сила, все домостроительство и спасение людей, прекрасно совершивший Христе Боже наш, расторгший неразрешимые узы смерти и запоры ада, множество же злых духов поправший, приведший себя самого в непорочное заклание за нас, давший в жертву пречистое тело свое, ни для кого, ни для какого греха неприкосновенное и недоступное, и этим страшным и неизъяснимым, честным действием жизни вечную нам даровавший, во Отца сошедший и за Слово вечное сокрушивший, а сидящий во тьме путь для возвращения оттуда указавший, зачинщика же зла, змея глубинного, богомудрою приманкою поймавший, и оковами мрака в Татаре его связавший, в огне невыносимой во тьме внешней, беспредельно могущей силой Твоей заключивший, великой именитой премудрость Отца и явившийся великим помощником для подвергающихся нападениям, просветивший сидевших во тьме и тени смертной, Ты, Господь, славы неиссякающий, и Отца Всевышнего Сын, возлюбленный вечный свет от вечного света, солнце правды, услышь нас, молящийся Тебе, упокой души рабов Твоих, прежде усопших отцов и братьев наших и иных родственников по плоти, и всех своих по вере, о которых мы ныне и завершаем воспоминания, так как у Тебя власть над всем, и ты в руке своей держишь все пределы земли, Владыка, Вседержитель Божий, Отцов и Господь милости, Создатель рода смертного, как и бессмертной всякой природы человечества, составляемой и снова распадающейся, Создатель жизни, и как и кончины пребывания здесь, и представление туда,
отмеревающий годы живым и устанавливающий время смерти, низводящий в ад и выводящий оттуда связывающий немощью и освобождающийся властью, устраивающий настоящее по нуждам всех и будущее к пользе направляющий, пораженных жалом смерти, оживляющий надеждами на воскресение, сам Владыка всего Божий Спаситель нас, надежда всех концов земли и тех, кто далеко в море, Ты и в этот последний великий спасительный день Пятидесятницы, тайну святой единосущности вечной и нераздельной нестоянной Троицы, открывшей нам, и пришествие явления святаго же Творящего Духа в виде огненных языков на святых своих апостолов, излившей и сделавшей их благовестниками благочестивой нашей веры, и явившей исповедниками и провозвестниками истинного богословия, Ты и в этот завершающий и спасительный праздник благоволивший принимать умилостивительные мольбы за одержимых в Ааде и подающий нам великие надежды на ниспослание усопшим облегчения от одручающих их скорбей и утешения от Тебя. Услышь нас, смиренных и нуждающихся в Твоем сострадании, упокой души рабов Твоих, прежде усопших, вместе светом, вместе блаженным, вместе отрадным, откуда удалились всякая боль, скорбь и стенание, и водвори духи их в обители праведных, и мира, и облегчения удостои их, потому что не мертвые восхвалят Тебя, Господи, и не те, кто в аде дерзают приносить Тебе исповедание, но мы, живые, благословляем Тебя и молим, и милостивительной молитвой и жертвы приносим Тебе за души их. Боже великий и вечный, святой, человеколюбивый, удостоивший нас в этот час стать пред неприступной Твоей славой для пения и хвалы и чудес Твоих, умилосердись над нами, недостойными рабами Твоими, и подай благодать сокрушенным сердцем без колебаний приносить Тебе Тресвятое Словословие и благодарение за великие Твои дары, которые Ты совершил и всегда совершаешь для нас. Вспомни, Господи, немощь нашу, и не погуби нас беззакониями нашими, но сотвори великую милость Твою со смирением нашим, чтобы, избежав тьмы греха, мы ходили во дни правды и, облегшись в доспехи света, пребывали огражденными от всяких вредоносных козней лукавого, и с одерзновением прославили за все Тебя, единого и истинно человеколюбивого Бога. Ибо как воистину и подлинно велико Владыка всего Творецы Твое таинство и распадение на время Твоих творений и после этого соединения и упокоения навеки. Воздаем Тебе благодарность за все, за вступление наше в этот мир и за исхождение из него, которое по Твоему неложному обещанию укрепляет в нас надежды наши на воскресение и нетленную жизнь, которой мы насладимся во втором будущем пришествии Твоем. Ибо Ты и воскресение нашего предначинатель, и неподкупный, и человеколюбивый судья живых, и Владыка, и Господь воздаяния, и Тот, кто стал подобно нам причастным плоти и крови по крайнему снисхождению, и наши невинные страсти, благоволив добровольно их испытать, принял по глубокому своему милосердию, и в том, что претерпел сам, быв искушен нам, искушаемым, сделался добровольным помощником, поэтому привел нас всех вместе в свое бесстрастие. Прими же, Владыка, мольбы и моления наши, и упокой всех отцов и каждого из нас, и матерей, и братьев, и сестер, и детей, и иных родных, единоплеменных, и все души прежде почивших, почившие в надежде на воскресение и жизнь вечную, и помести духи их имена в книге жизни на лоне Авраама, Исаака и Иакова, в стране живых, в Царстве Небесном, в раю сладостном, вводя всех их посредством светлых ангелов Твоих в святые Твои обители, воскрешая вместе и тела наши в день, когда Ты назначил, по святым Твоим и не ложным обещаниям. Это же не смерть для рабов Твоих, Господи, когда мы удаляемся от тела и к Тебе, Богу, возвращаемся, но это только переселение от более тягостного к лучшему и приятнейшему к упокоению и радости. Если же в чем мы и согрешили пред Тобой, милости в буди к нам и к ним, так как никто не чист от скверны пред Тобою, хотя бы один день продолжалась жизнь его, кроме одного Тебя, явившего нам, явившегося на земле безгрешным, Господа нашего Иисуса Христа, через которого все мы надеемся получить милость и отпущение грехов. Потому и нам, и им, как благой и человеколюбивый Бог, ослаб, отпусти, прости грехопадение наше, вольное и невольное, совершенное сознательно
и по неведению, явное и сокрытое, в деле, в мысли, в слове, во всем нашем образе жизни и душевных движениях, и скончавшимся свободой облегчения даруй, нас же, находящихся здесь, благослови, подавая добрую и мирную кончину нам, как и всему народу Твоему, и недр Твоей милости и человеколюбия раскрывая пред нами при страшном и грозном Твоем пришествии, и сделай нас достойными Царства Твоего. Боже великий и высший, один имеющий бессмертие, живущий во свете неприступном, все творение, создавшее премудро, отделивший свет от тьмы и солнце, поставивший для управления днем и луну, жизнь звезды для управления ночью, устроивший нас грешных и в ныне частях предстать лицу Твоему с хвалою и вечернее словословие Тебе принести. Сам человеколюбивый Господи, направь молитву нашу, как фимиан пред лицо Твое. Прими ее, как благоухание приятное, подай же нам нынешний вечер, наступающую ночь мирная. Облеки нас в доспехи света, избавь нас от страха ночного, от всякой опасности во мраке блуждающей, и сон, который Ты даровал для подкрепления немощи нашей, соделай всякому дьявольскому наваждению непричастным. Да, Владыка всего благ податель, чтобы и на ложах наших, сокрушаясь, мы вспоминали ночью имя Твое, и размышлением о Твоих заповедях просвещаемые встали в радости души для словословия Твоей благости, молений и молитвы Тебе милосердному принося, о согрешениях Своих и о всех людях Твоих, которых Ты по молитвам Святой Богородицы милостивно посети. Небожественных очистных недр умоливший себя, и с небес на землю сошедший, принявший все наши человечности, с Твой обоживший его. После же сего, на небеса вновь восшедший и воссевший, одесную от Бога и Отца, божественной и святаго, единослушного, единосильного, единославного и совечного Духа, ниспоставший на святых своих учеников и апостолов, и через него, просветивший их, а ими всю вселенную, Христос истинный Бог наш, по молитвам пречистой, всенепорочной, святой своей Матери, святых славных, всехвальных, богопроповедников и духоносных апостолов и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Святую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу, Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Имею, Господи! Телес наш и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь! Молитву нашу Господи Господи, помилуй! Боже, Твоей благодатью! Господи, помилуй! На святом мире безгрешного Господа просим! Подай, Господи! Славника, хранителя души телес наших у Господа просим! Подай, Господи! Помилуй наших у Господа просим! Подай, Господи! Подай, Господи! Лучшее время живота нашего в мире и покаяния скончать у Господа просим. Подай, Господи! Причина живота нашего без болезней, на постыдный мирный добрых ответа. На страшном судище Христове просим. Подай, Господи! Благословенную славную Владычицу нашу Богородицу Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко благ и человека любит Бог, неси Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне прелесть и во веки веков. Благослови наши, Господи, и преклони. Тебе, Господи.
подошвы божественного света, сущие от языков подобрившимся. Утвердившись со совести учеников, вещающих славу благодетеля всех Бога. С ними же сердца и коленами преклонче верою поклонимся Святому Духу, утвердившись Спасителем душ наших. Будет ждаться Отца благословенный, препрославлен Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Ныне в знамение всем яви языцы бывшие иудеи, бо от них же по плоти Христос, не веруем, не дуговавшие Божией благодати от подоша, и божественного света, сущие от языков сподобихомся, утвердившиеся словесы учеников, вещающих славу благодетеля всех Бога. С ними же сердца, с коленами преклонши верою поклонимся Святому Духу, утвердившийся Спасителем душ наших. Сердце чисто, с надеждой у меня Божий Дух прав обновил в утробе моей. Ныне утешительный Дух на всякую плоть излияясь от апостольских боликов начинши, от трех по причастию верную благодать простые, и уверяет свои державные наити в огненном виде, учеником раздая языки в песнопении славу Божию, тем же сердце умно просвещаемые, вере утвердившейся Святым Духом, молимся спастися душам нашим. Не отвержи меня от лица Твоего Духа, Твоего Святого нет, имеет меня. Ныне облачатся державою Христовую с высоты апостоли, обновляется бы их утешитель, в них обновляясь таинственным обновлением разума и же странными глаз высокоглаголевыми, проповедующие присное естество же и простое трипоспасное почитатие благодетеля всех Бога, тем же просветившийся он их учений, Отцу поклонимся Сыном и Духом, молящийся спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне гласись мы. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех,
да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, сила и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Истощивый себе из небеси на землю сошеды, и наши все и восприемы естество и обоживы Его. Паси же на небеса паки вошеды, и одесную седы Бога и Отца Божественного же, и Святаго, и Единосущного, и Единосильного, и Единославного, и Сопресносущного Духа Неспославы на святых Свои ученики и апостолы, и Сам просветивый убо их, теми же всю вселенную Христос истинный Бог наш, молитвами пречистые и пренепорочные святые Своя Матери, святых славных, прехвальных богопроповедников и духоносных апостолов, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Господи, помилуй. Причастники, поблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.